Вов Чайковского из балета «Щелкунчик», который написан для симфонического оркестра, звучит ничуть не хуже в исполнении джазового. Для музыкантов Амур Джаз Бенда это серьезный эксперимент. Популярную классику они играют не так часто, а здесь ей посвящен целый двухчасовой концерт. Мы еще новички в этом деле, именно в классике. В джазе проще, у нас там уже есть какие-то наработки, какие-то свои схемы, а здесь все по-новому. Это большой зал УКЦ, там мы еще не работали с такими программами, поэтому, ну, надеемся, что пройдет все хорошо. Ждем с нетерпением этого концерта. Популярная классика – это Хачатурян, Чайковский, Бизе, Свиридов. И это лишь часть композиторов, за чьи произведения взялся дирижер и рулевой Амур Джаз Бенда Анатолий Хопатько. 30 апреля коллектив сыграет для публики более привычную для себя музыку – джаз. На концерт пригласили артистов Краснодарской краевой филармонии. Услышат о мурчании саундтреки к популярным фильмам, например, «Имперский марш» из культовой фантастической саги «Звездные войны» и увертюру Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта». Во-первых, это все саундтреки написаны в основном для симфонического оркестра. У нас нету этих многих инструментов симфонического оркестра. Нам приходилось перекладывать на эстрадный симфонический состав, то есть менять, допустим, гобои на саксофоны, сопрано, валторны там, на другие инструменты. Но не знаю, как получилось, я думаю, зритель оценит. Оценить первый концерт в серии от Верди до Гудвина можно в субботу. Выступление пройдет в Большом зале ОКЦ в 16:00. Билеты в кассе еще есть. Кристина Слепцова, Алена Лепкалова, Максим Яценко. Программа «Город».